В Дербенте праздник. Неудивительно, ведь этого масштабного ремонта дербентцы ждали несколько лет. Теперь улица Мамедбекова вновь стала местом отдыха и центром притяжения горожан. Работы по ее благоустройству начались летом прошлого года. Вместо обычного асфальта тут теперь натуральный камень и специальная подсветка крепостной стены. Появились удобные лестницы с пандусами. Именно с этой улицы открывается живописный вид на Каспий и самый южный маяк России. Эта улица будет у нас Дербент, с крепостью Дербент. На набережную и оттуда дальше на берег моря. Дербент, как цветок, он будет все сильнее и сильнее раскрываться. На улице появились отдельные зоны, где представлены народные художественные промыслы Дагестана и павильоны для проведения мастер-классов, отражающих быт и традиции наших народов. Всех пришедших на праздник ожидал большой танцевальный флешмоб. Здесь были развернуты национальные майданы, выступали творческие коллективы города. Поздравляя горожан, Абдулфатах Амирханов отметил их роль в преображении южной столицы Дагестана. Это все благодаря, в первую очередь, жителям города. Вы активно участвуете в жизни города. Активно участвуете в разработке и обсуждении мастер-плана развития города, концепции. Раньше дербентцы часто прогуливались по улице Мамедбекова, рассматривая ковры ручной работы, которые здесь продавали местные торговцы. Со временем ковровый рынок перестал работать, и улица утратила свой привлекательный облик. Благоустройство ее снова оживило. Здесь будет интересно местным жителям и туристам как днем, так и ночью. Теперь самое важное – сохранить эту красоту. Зумруд Гамидова, Мурат Бикбарзов, телеканал ННТ, Дербент.